Ребята, у меня открылся свой магазин ключей и аккаунтов flaggames.ru. В моем магазине безумно низкие цены на товары, беспроигрышный рандом, гарантии и розыгрыши каждый час. Обещаю, что в моем магазине тебе понравится. Попробуй сам. flaggames.ru. Ссылка в описании. Hey, what's up? Меня зовут FlaggK, добро пожаловать в Cats. Давно мы не играли на самом деле в этот... Cats? Много всего, наверное, интересного в этой игре уже у нас случилось. Что, например, то, что мы там в лиге, в чемпионаты не входим, это мы понимаем прекрасно. Подождите, военные детали. Точно! Подождите, я не знаю, это было либо в ролике, либо без ролика, но я перешел из ранга в 4, ну, то есть, я просто в ранге был, он мне само перекинул. Я реально не знаю, ребят, я не помню, это было либо в ролике, либо без ролика, но мы перешли в итоге уже на военные детали. Ой, это я не хотел делать, извините. Вот так вот, да, походу реально это было не в ролике. Серьезно? Я не помню. Меня память слишком сильно подводит. Мы давно, кажется, не играли. Я не помню. У нас, в принципе, ничего путного, классного не выпадает, ребят, как вы видите. Пока вообще ничего. Хочу Титана взять. Хочу на Титане играть. Хочу с лазерами играть. Но Валун говорит, не, братан, у нас будет экшен-игра. Мы будем летать, всех убивать, на всех запрыгивать. О, бонус, спасибо. А что в бонусе? Вау! Новый катер! Военная деталь! А, спасибо, спасибо. Еще там ставки у нас, ребята. Да, надо будет... О! Все, новые детали полетели. Отлично, отлично, новые детали, ребята. Новые детали. Это лайк, это лайк, это лайк, 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 лайк. Циркулярка, кстати, была. Не видел, сколько звезд... 4 звезды. У нас, походу, получится, чем наши циркулярки вот эти. Нужно посмотреть обязательно. Так, еще циркулярки, классик. Вау, вау, вау! Валун на 3 оружия. Вау. Охренеть, а прикиньте, 3 циркуля. Ё-моё, это просто машина для убийств. А, ну нет, тогда нет. Понимаете, в чем прикол? В плюс валуна в том, что он летает просто по всей карте. А мы не сможем такое сделать, там же нету под дополнительную херню. Вот, я не помню, блин, серьезно, ребята, я это делал то ли в ролике вот эти ставки, то ли без ролика. Но мы поставили на вот это вот китаюзу, посмотрим, что случится. Китаеза выиграл! Еее! Ну, может, кореец, японец, не знаю. Но, по-моему, кореец. И мы получили усиление на всякие такие, знаете, уже деревянные, бомжатские детали, которые мы уже просто вовсю не юзаем. У нас есть 4 очка прокачки. И, ну, прям реально хочется... О, кстати, вот это, да, на хорошую херню. На урон это повышение. Но мне кажется, все равно мне нужно на Титан что-то делать. Я хочу реально Титаном играть. Мне интереснее Титаном играть, чем Валуном. Но не хочу я реально. Вот не хочу Валун. Ну, не идет мне Валун. Не нравится. Давайте посмотрим, что вообще... Нет, давайте мы не будем смотреть, что нас делает Валун сейчас. Мы давайте чуть-чуть поулучшаем нас на стыкуси Валун. Блин, вот как неудобно в этом эмуляторе переключаться. Вот смотрите, вроде бы отличный, просто отличный Титан. Хотя почему вроде бы? Он вроде и отличный Титан. Почему бы на нем не поиграть? Да, я, кстати, немного боюсь. Вот реально, у меня есть опасения. Вот, подождите, вот сколько хп у этого Титана? Ну, этого 600, в два раза больше, понятное дело, это получше будет. Но, блин, мне там энергии столько нужно вносить, это капец. Я забыл, о чем я говорил. Вот, я почему-то Титан не юзаю. Потому что я боюсь, что мне выпадет военные детали, и все. И, как говорится, до свидания, наш любимый вот этот вот Титан, который мы там прокачивали безумно классно, и все. Просто улетает в никуда. Вот. А почему, кстати, мы не юзаем? Наверное, потому что энергии... Да, потому что энергии мало. У нас очень много забирает циркулярки. Но, походу, у нас циркулярка появилась получше, так сказать, конкурент. Вот эти вообще деревянные детали, до свидания, мы их убираем. У нас 200 тысяч, поэтому их лучше вкладывать в опыт, я думаю. Поэтому, ладно, да, в опыт будем лучше вкладывать. Так, что у нас по лазерам? У нас есть очень классный лазер. Новый, 4 звезды, да, все правильно. 4 звезды. 4 звезды, очень классный лазер. Энергии много берет, конечно, но... Вот, циркуль... Ой-ой-ой, боже мой, посмотрите на эту махину просто. На вот эту махину. Так. Эх, братишка, братишка, нежная циркулярка просто пью, улетает сюда. Что? Что? Как не хватает? Я плохо считаю? Я, походу, реально плохо считаю. Да. Подождите, 7-8. Слепой.
8 плюс 8, 16 будет. Да, одного не хватает. Но кто сказал, что мы эту будем держать? Ой. Да, мы будем эту, походу, держать. На семерку. Блин, а энергии-то реально нужно. Прям очень много нужно. Но я реально в эту игру прям пипец донатить не собираюсь. Это уж точно. Я не буду в нее очень много донатить. Ты вообще просто особо не хочу донатить, ребят. У меня есть вещи поважнее, да. Ну что тут? Ну блин, ну... Ну зачем столько энергии? Ну вам нужно это разве? Ну вот нужно вам это. Ну конечно, просто... Просто байт на то, чтобы Джонни влил сюда энергию. Просто реально байт. Вот берете и байтите на эту херню. Боже, ну... Вот вам не стыдно, а? Вот вам не стыдно, ну... Ребят, ну не стыдно вам вот это... Вот это вот... Фу, противно просто. Что опять? Боже мой, я тупой, блин, я тупой. А смысл тогда? Ну смысл? Семерка же была... А, семерка в начале у нас. Ну семерку тогда подцепим и все. И с семеркой будем гонять, ребята. Почему бы и нет? С семеркой погоняем. Посмотрим, на что способен наш Тайтан. Ой. Кстати, ну это получше в любом случае, все, оставляй. Так, вот эту я хочу чуть-чуть поулучшать, поэтому выливаем. Пау, 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 пау. Отлично, 6-й уровень и, в принципе, по хпшке отлично. Но у нас, может быть, колеса даже получше теперь появились. Кто знает. Вот у нас есть Навалун. Легендарная деталь. Ее мы точно не меняем. Теперь нам нужно найти скутер. Вот если у нас есть классный скутер. В смысле, вот это колесо. Навалун какой-нибудь. Ой, подождите. 160. 215. 273. Естественно, мы 273 плюс 100 хп мы прибавляемся. И у нас есть почти 1000 хп. Что мы можем с ними сделать? Наверное, вот этого парня расхерачим. Пум! Перелетели. Главное, не улетели. Давай, теперь главное тебе быстренько подъехать ко мне. Потому что там это зона, да, вот эта херня. Пум-пум-пум-пум. Развалили. Типичная тактика волна. Летишь назад и убиваешь просто. Опа, пошли дальше. Парень разлетается тоже. Ох, как, кстати, классно мы это сделали. Перепрыгнули прям так. И баунс. Это, в принципе, динамичная игра, но не очень сильная, по моему мнению. Мне кажется, все же Титаном было бы класснее играть. С лазерами. Титан с лазерами. А мы проиграли, вы в курсе? Мы проиграли эту игру. Вы спросите, как? Зона вот эта вот, херня вот сзади едет. Боже мой, так глупо проиграть. Вот, вот минус, кстати. А там ничего не зависит от тебя. Там тебе просто нужен урон. И какой-то там... И хп. Вот смотрите, у парня 2000 хп почти. Улетает. Этот парень. Ну, если мы не... Проиграем? Ну, если мы там, типа... Да быстрее, быстрее, пожалуйста, пожалуйста, там, типа, это, зона. Я должен успеть тебя убить. Нет, тихо. Не успел, не успел, ай, не успел, просто банально не успел. А этот парень нас выиграет, знаете почему? Потому что его циркулярка достает до нас. Это значит, там, кирдык, 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 нам. Ему кирдык. Что? Что? What the heck? Это необъяснимо, но факт. Ребят, это необъяснимо, но факт, серьезно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Еее! Хорошая, хорош. Ой. Ни хрена. Посмотрите, как он четко поставил эту херню. Он реально ее настолько четко поставил, что... Мой валун просто соснул песос. Вот реально соснул песос, потому что невозможно мне ему перепрыгнуть. Он меня просто взял, помешал. Ох, ох, ребята, вы слишком сильно домашние. Хорошо, что я успел вас перепрыгнуть. И мы опять проиграли. По той же причине. Мы не успеваем. Не успеваем, парня. А, нет, успеваем. Успели. Успели очень хорошо, что успели его распилить. Так, с этим что? А этот парень поопаснее. У него армейские детали. Ну, эти военные детали. Вот циркулярка достает, не знаю. Ну, тихо. Нет! Циркуляркой достал и разрезал. Ой. А это до свидания, ребята. А это тотальное до свидания. Серьезно, это просто тотальное до свидания. Для нас. Или нет? Уу! Чуть-чуть! Чуть-чуть хп, просто чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Там просто такая капля была хп. Такая капля хп, боже мой. Так обидно, серьезно. Этот вообще взял, тоже распилил нас. Да вы тоже тут эти валуны, блин, поналетели сюда. На эту...
на этот этап, блин, все налетели с этими валунами. Вот реально, мои фавориты либо валун, либо титан. Но я лучше хочу, чтобы был титан. Не нужен мне никакой валун, это неинтересно. Ну что, ты перелетел, а так ты просто волнуешься, надеешься и ваншотом просто выпендриваешь всех. Ну, танкист, до свидания. 7 побед, половину. Мы половину забрали, половину игр мы забрали. Половину игр мы забрали. А знаете, как можно поменять ход событий на валуне? Просто поменяв местами колеса. Вот серьезно, мы сейчас где-то можем заработать лишнюю победу. Я не шучу. Вы сейчас увидите, как все будет немножко по-другому. Так. Ну, может быть, мы, вот пару халявных побед, может быть, мы заберем прямо сейчас. Просто поменяв колеса местами. Смотрим. Так, этого парня перелетели, но в то же время мы поднялись вверх. А это значит, что мы успеваем его добивать. Мы успели его добить, тем самым забираем победу ту самую, которую мы не могли забрать. Этот парень, понятное дело, нас в любом случае распилит. Этот без вопросов уже. Ну, этот тоже без вопросов, хотя, ну сейчас посмотрим. Ну... успели тоже! Забрали две победы. Видите? Мы сменили просто колеса местами. Мы поменяли колеса местами. И мы забираем некоторые халявные победы. Ну тут понятное дело, он слишком жирный. Его невозможно тут пробить почти. Нам слишком дамага не хватает. Поэтому да. Ну тут понятное дело, он по урону меня выигрывает. Нам ничего тут не остается. И с этим парнем, по-моему, то же самое. Ну этот парень, да, то же самое. Нас перерубает, и хп у него, и урона больше. В итоге мы получили две халявные победы, которые мы не могли получить. И мы тем самым уже вышли, как сказать, в этап. Первый этап. Это классно. Видите, всего лишь поменяв колеса местами, мы можем такую херню достичь. Это безумно непонятно и классно. А, что у нас есть в магазине? Может быть, что-то новое? Может, какое-то специальное предложение? Ну, братан, ну давай, специальное предложение какое-нибудь. Ой. Refreshing, refresh, инвентарь. Что там вы сделали? Вы там золотые сундуки поставили? Я не знаю. Но что-то у нас не, там лагает, багает. Ну, ничего страшного. Небольшая коротенькая серия у нас, ребята, подходит к концу. Как вы поняли, да ё-моё, ну хватит ошибки. Я понял, что вам что-то не нравится. Вот небольшая тактика, так сказать, на валун. Если вы не можете некоторые победы достать на валуне в чемпионате, попробуйте просто местами поменять колеса. И некоторые халявные победы вы можете получить. И тем самым попадете вот сюда, типа в первую шестерку. Так я был бы вот здесь, на восьмом где-то месте. А тут я, видите, уже где? Сверху тусуюсь. Надо менять болид. Надо реально менять болид, но нужно нафармить много кейсов. А я это сделаю уже вне серии. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlagGK. Всем удачи, всем пока.